Еще один интересный гриб нашего кубанского леса – это сморчковая шапочка. Вот, посмотрите на нее. Почему шапочка? Потому что верхняя шляпка к ножке крепится только в одном месте вверху. Снимается как шапочка. Ножка полая. Эта шапочка, вид шапочки называется богемская. Сантиметров 7 в высоту, бывает сантиметров 15. Очень вкусна для приготовления разных блюд. Ну, где она растет? Это заросли ивы, белолистки, вот такие вот кущери. Значит, приготавливается она очень просто, очень вкусная на вид. Значит, очень вкусно им со сметаной тушить. Ну, сейчас она только у нас начинается. Вот она такая маленькая. Вот еще один вид шапочки. Значит, шляпка более плоская. Но, к сожалению, ножка пока еще не выросла. Ну, такой вот сочный, красивый экземпляр. В основном это, конечно, шапочка, которая только-только начала расти. А так ножка ее намного длиннее. Внутри ножка полая.